Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Алена Хмельницкая не только талантливая актриса, но и мама двух дочерей. Ради них мудрая женщина сумела не только сохранить хорошие отношения с бывшим мужем, но и подружилась с его новой женой. В юности Алена встречалась с Егором Кончаловским и Никитой Джигурдой. В 16 лет девушка без памяти влюбилась в художника Андрея Делоса и мечтала о замужестве. Значительная разница в возрасте никого не смущала. Но в 1989-м избранник решил уехать во Францию, где выгодно женился. В 1993 году Хмельницкая вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. Начинающая актриса снималась в рекламном ролике. Тигран заинтересовался красавицей, и через 2 месяца пара стала жить вместе, а отношения оформили немного позже. Вскоре родилась дочка Саша. Когда Александре исполнилось 16 лет, Алена родила вторую дочь Ксению. Девочки похожи на красавицу-маму, но в их облике можно найти и отцовские черты. Саша училась в Англии, потом в США, на режиссерском факультете. Роман отца с журналисткой Маргаритой Симоньян стал для девочек неожиданностью, но в их отношениях с Тиграном ничего не изменилось. Кеосаян после ухода из семьи даже приезжал утром позавтракать с младшей дочерью. Завтраки прекратились после того, как Хмельницкая и бизнесмен Александр Синюшин стали жить вместе. Но бывшие супруги сохранили хорошие отношения. На день рождения младшей дочери Кеосаян приезжал с Маргаритой и их сыном и дочерью. Как говорят Алена и Маргарита, делить им нечего. Хмельницкая – востребованная актриса, новый избранник моложе ее на 13 лет. Но в свои 50 Алена выглядит как старшая сестра Александры. Развод звездной пары расстроил поклонников, но порадовало отсутствие скандалов. Достойное расставание стало закономерным итогом исчерпанных отношений между супругами. А вам нравится актриса Алена Хмельницкая? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!